Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время готовится проект строительства отеля в Кельбаджаре в районе целебного минерального источника Истису. Глава государства также отметил, что в Кельбаджаре должен начаться и выпуск лечебно-питьевой воды. Возрождение и продвижение туристического потенциала Карабаха является одной из приоритетных задач по восстановлению освобожденного региона. Уникальность Карабаха в том, что здесь есть колоссальные возможности и потенциал абсолютно для всех видов туризма. Один из районов освобожденных территорий, Кельбаджарский, имеет большую значимость для экономики страны. Здесь расположены месторождения минеральных вод, обладающих большим лечебным эффектом, такие как Истису. В данный момент проводится активный процесс подготовки новой туристической дестинации на освобожденных территориях Азербайджана, которая охватывает Карабах и Зангезурские регионы. Это, конечно же, дестинация будет привлекательной и для внутренних туристов, и в дальнейшем для гостей нашей страны. Мы уже проводим определенную работу по промоушену, маркетингу, продвижению этого нового туристического продукта, и мы видим, какой интерес он вызывает на мировых рынках. Минеральные воды Истису, расположенные на территории Кельбаджарского района, отличаются благоприятным химическим составом. На этих территориях большие запасы термальных вод. Источники Истису пригодны для лечения самых разных заболеваний. В 80-х годах прошлого века на источнике Истису функционировал крупный туристический курорт и завод по разливу минеральной воды. Отдельные статьи в Кельбаджаре, конечно же, стоят минеральные источники, источники минеральной воды. В 80-х годах здесь было построено два санатория, номер один и номер два. В год сюда приезжало около 50 тысяч посетителей, пользовалось большой популярностью. Истису в год выдает около 4 миллиардов литров воды. То есть ее хватало и на целебные действия, и на то, чтобы здесь построили в свое время завод, и эта вода потом как бы продавалась в качестве питьевой. В результате учиненного вооруженными силами Армении экоцида природе региона был нанесен серьезный ущерб. Значительно пострадал и целебный минеральный источник Истису. В ближайшее время начнется строительство отеля в Кельбаджарском районе на 160 мест, а также выпуск лечебно-столовой воды. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала 2022 года. Глава государства отметил, что будет восстановлена историческая справедливость и создан курорт международного значения. Лидия Молодцова, CBC.